Добрый день! Сегодня я решила снять закупку продуктов, которые выложила здесь уже для удобства. Буду читать рейтинг, счет и оттуда демонстрировать продукты. Первое у нас идет биобананы. Вот три штучки бананов на 73 цента. Затем идет у нас салями Милано. Это вот колбаска лежит, 80 грамм, 1,79 евро это стоит. Энтенбруст это утиная грудка. Это такие расфасованные, нарезанные утиные грудки, упаковки по 80 грамм. Одна упаковка 1,79, итого 3,58. Как вы видите, две упаковки. Следующее. Natura Good Gouda. Это сыр, вот, Bio Gouda. Здесь 8 пластиков. Указан просто вес. Вес 200 грамм. И ищем Natura Gouda. 2,19. Этот сыр стоит 2,19. Рядом лежит биофета, тоже Natura Good, и это стоит 1,99 евро, 150 грамм. Дальше. Теперь это хлебная продукция, я тут купила две булочки и одну питу, если так ее назвать. Традиционная булка за 17 центов, Кюрбис Кернбрюдхен за 39 центов. Это булка с тыквенными семечками. И вверху питу вы видите. Мини Фладенброд, она здесь называется, за 59 центов. Затем у нас идет парей. Такой длинный и увесистый. 69 центов. Два болгарских йогурта. Echt Bulgaria йогурт. Называются они. И почем они? Это новый, кстати, продукт. Поэтому посмотрю, найду их. А, два по 39 центов. На 78 центов. Два болгарских йогурта. Обычная жирность. Я не покупаю обезжиренные йогурты. Не считаю это полезным. Так, что у нас идет дальше? Цветной Bunte Gemüse Mischung, Bunte Gemüse Mix, это смешанная цветная овощная смесь. Вот она. 1,99 килограмм. Она состоит из молодых морковок, горошков и стручковой фасоли. Ernten Frisch, что обозначает собрана и упакована из свежезамороженного урожая. Так, дальше отправляемся. Суп. Редко покупаю такой суп, но это сегодня суп в банке. Биогемюзе суп мит квиноа. То есть там составляющие зеленый горошек. Это самая кашка квиноа. Томаты. Кукуруза. В общем так, чисто суп попробовать в банке, потому что редко люблю баночную продукцию. И найдем его. Что он стоит? Этот суп. $1.69 стоит суп. Затем морская соль. Была крупная, но я купила более мелкую. Не шлифованную, не люблю покупать шлифованную соль, поэтому покупаю более натуральную, которая бывает иногда слежавшейся из-за того, что в нее не добавляют разделяющий компонент. Вот она. Feines Meersalz San Fabio. 99 центов. Затем я купила сегодня для салата. Добавляю в салаты отварные яйца, к помидорам, огурцам, любым овощам, смесям. Иногда сверху на
Тунец, если покупаю тунец без масла, льняное масло. Вот, льняное масло, это тоже в этом случае Bio Line Öl, 1,99, ну, за 2 евро. Это маленькая бутылочка, 250 миллилитров. Дальше. Бутылка воды. Маленькая бутылка воды, которую покупают для ребенка в школу за 59 центов. Всегда указано, что вы получите фант 25 центов, когда сдадите бутылку обратно. Где-то еще чай, который уже спрятали. Я купила травяной чай за 1 евро 9 центов. А также вот эти печеньки. Это такие, как они называются, зачитаю. Облатен леп кухен. Это печеньки, которые к Рождеству традиционно покупают. Эти называются файны. Нюрнбергер облатен леп кухен. Глазированные и с шоколадом. Легкая, небольшая упаковочка. 1,79. Какой интересный вес. Вес 200 грамм. Кроме того, в другом магазине я купила салфетки и вот эту натяжную простынь Woolworth за 7 евро, а салфетки стоили 1 евро. Это все сегодняшние покупки.